Лужа смолы неподалеку от строительной площадки – обычное явление. Такое встретишь в каждой стране и в каждом городе. Вот только порой люди забывают, какую опасность это представляет для животных. Собака родила щенков. Место она выбрала как раз рядом со стройкой. Когда малыши подросли и начали бегать, они случайно забрели в лужу со смолой и, понятное дело, застряли. 7 щенков оказались приклеены к смоле под палящим солнцем. На плач малышей прибежала мама и еще 2 малыша. Они плакали, глядя на то, что произошло с другими детками. Увы, но о случившемся никто не знал целых несколько дней. По счастливой случайности малышей в смоле заметили дети. Они-то и обратились за помощью в группу спасения животных. Тут же в соцсетях появился пост о малышах, попавших в беду. 8 человек вызвались помочь и сразу отправились освобождать маленьких пленников. Щенкам было очень плохо, тело некоторых малышей уже были покрыты личинками. Мужчины, приехавшие спасать бедняжек, разрезали бочку и принялись отирать смолу растительным маслом и дизельным топливом. К рассвету все было готово. Щенков отвезли в ветклинику на осмотр, где врачи назначили лечение малышам. Сейчас и щенки, и их мама находятся на передержке, но многие люди хотят забрать их домой. Слава богу, кроки поправляются и готовятся ко встрече с новой семьей. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.